Церемонии награждения. Нет, не сейчас. Еще один фрейм нужно выиграть. Ой, Рони. И не забил, не забил. Третий, 11.5. Ну и вот ошибка. В шестом. Вот шестой выиграл Селби, но там у Ронио Салливана 53 очка была серия. 53-0. И вот с такого счета 0-53 Селби выиграл фрейм за три подхода. 36-1 и... Селби, это гань шушен вэнти. Байчо мэйо чангон хуйдао джинкэн чу. Жизде гэй хуотен сонсан дэбэн сихуэ. Среднее время фрейма 15 минут 51 секунда. Сотенных серий не было, 4 полусотенных серии у Ронио Салливана. Лучшая была 90. Все тоже. Ошибся Марк Селби в отыгрыше. И два красных оказались на игре. Один из них Ронни отправил лузу, другой. 奥沙利文请裁判帮忙清理一下白球，为拿下本局最后的胜利，前做好准备。毕竟以目前桌面上的球形来看，实在找不到可以难得住火箭的地方。但是就是这样一个球形，奥沙利文还是出现了失误。那么大家猜一猜，火箭会在什么地方掉链子给塞尔比喂饭呢？ 9. Все-таки розовый. 白球擦着红球边而过，奥沙利文非常细腻的一杆走位，可以说火箭走了一个处理该红球的最佳位置。 выход на синий тут получается, можно и на розовый, да, ударил сильнее Рони. И даже не розовый, чтобы выйти на дальний красный, тут уместно играть зеленый, может быть и коричневый, но скорее всего зеленый. Был уверен в ударе Рони и сделал выход, ну, укоротил следующие выходы себе, сделал их более надежными. Ну и вот этот красный открывает дорогу уже к фреймболу. Так что можно уже готовиться к церемонии награждения. Нет, не сейчас. Еще один фрейм нужно выиграть. 太意外了，应该没有什么难度的咖啡球，奥沙利文居然出现了失误。现场球迷也是一片叹息。现在咖啡就停在中袋口，塞尔比只要清完台面就可以逆转拿下胜利。那么就目前几颗彩球的位置，大家认为塞尔比会不会也给奥沙利文喂饭呢？ Можно ошибиться на таком шаре. Но знаете, это расслабленность, потому что Рони сам понимал, что все сделал, и вот она победа, и 9-1. Ну, небрежность, некоторую небрежность. Ну, очень хорошо сделал выклон. Серьезный боковик добавлял, боковой винт, и благодаря этому очень хорошо вышел на синий. 14. Но он нужен и черный, так что сейчас важно, как пройдет выход. Ну, выход хороший. Для такой степени сложности удара выход хороший. Фреймбол играет Марк Селби. И не забил. 意外果然发生了，最后临门一脚，塞尔比黑球失误，机会再次回到火箭手中。
Играется Ришар, да, играется, но будет ли играть его Рони, я не уверен. Очень сложный шар. Но играет, да, играет. И забил, и оставил. Даже после вот этой остановки шара на срезе лузы мог еще он упасть. 本期视频就到这里，我是看台球的红凤，各位小伙伴记得点赞、关注哦。